Предновогодний ажиотаж в омских гипермаркетах. В одном из них хомячи едва не устроили драку за фрукты по праздничной скидке. Как разбирали гранаты, снял на видео один из посетителей. На кадрах видно, что толпа мужчин буквально окружила лотки с фруктами. Других покупателей к дешевому товару всего 87 рублей за килограмм не подпускают, а сами забивают ими продуктовые тележки. Давайте отсюда, давайте. Ужас, окружили. Хомячи предполагают, что раскупают фрукты оптовики, а потом перепродают их на базарах. Отмечу, что неподалеку от гипермаркета расположен рынок, где на прилавках точно такой же гранат, правда, почти вдвое дороже. Цитрусовые, кстати, тоже выгоднее покупать в магазине. Там мандарины стоят от 50 до 100 рублей, а вот на рынке от сотни до 180, в зависимости от сорта.